Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Смотри, учись, с вами Миша Егор. Сегодня у нас Сатаник, который будет играть на Войде. Сатаник сейчас невероятно крутые успехи делает. Напоминаю, это игрок, которому 16 лет, но при этом у него 13 тысяч ММР. Постоянно сидит там в топ-1, в топ-2, в топ-3 ранг в мире. Вот, на данный момент европейского ладера. На данный момент у него третий ранг. Вот, и играет на своем сигнатурном Войде. Вот, он много на нем наиграл, он там уже 25-й тир у него даже имеется. На просцене ему регулярно его пикают. Блин, как же он круто на просцене играет, это вообще шок. Он с командой Yellow Submarine прям разваливает тир-1 коллектив. Я прям смотрю, ну, прикольно, прикольно, что у него реально начинает что-то получаться. Я бы очень хотел, чтобы у него прям крутая карьера была, что перспективы у него огромные. Вот, ну и нашли прикольную игру, тут билдочок у него интересный. Давно мы не смотрели бф-ных войдов. А тут, смотрите, на тебе просто бф-ный войд, и причем даже, ну, не сказать, что прям напрашивается конкретно в этом драфте БФ на Вайда, но вот он будет через него играть. Вот, ну и, собственно, научимся играть на 735C Вайде. Всем заранее приятного просмотра. Всем привет, крипстат под вышкой. Не получилось совсем. Ну, Вайда очень капризная тычка. Как видите, даже грандмастеры не справляются. Еще и линия запушилась бонусом, очень неприятно. Линия в целом терпильная, будет ЦМ гораздо слабее, чем Blue Tages. Но на Войде легких линий не бывает. Как видите, на пол лица пришлось просесть сейчас. Даже практически на все лицо. Ну и стики заряжаются из плюсов. Я вот не могу перестать смотреть на этот сет на Войда. Он же вроде супер дорогой, да? Да. По мне, это один из самых уродливых сетов на Войда. Он такой... Ну... Без мата не выразится. Не знаю, как бы мне вообще по кайфу. Вот если бы... Ну вот Void вообще вот мне нравится из-за его сетов красивых. В первую очередь. Но вот единственное, что-то вот аркана у него на Войда нету. С арканами, мне кажется, было бы все намного круче. Ну и, кстати, аркану на Войда вы можете на одном крутом сайте выбить. Пришла весна. Вы чувствуете этот запах перемен в воздухе? Разумеется, чувствуете. Так пахнет новое весеннее обновление у эпиков. 19 новых рундучков, а также новая бесплатная мини-игра Hook Race. Это PvP-режим, где играя за пуджа, нужно ваншотать сэмочку, а играя за девчонку, нужно не сопротивляться и дать дяде Руджу выиграть. Но если у вас нет совести, можно и дать отпор. Выигравшие получают награды, а победы сохраняются, чтобы получить более ценные призы, играть можно каждый час. Также есть Battle Pass, где за каждые 15 левелов аркана, а на 60-м ДК Хук или аркана на Эрес Кинга. Переходи по ссылке в закрепе и получи БП не за 300 рублей, а за бесплатно. А также есть промокод за бонус к пополнению. Удачи! Ну, сет все равно уродливый. Меня не переубедить. Я зарядил себе уже 8 стиков. По поводу мома с БФом. Мне очень нравится, что мом на бэфчик можно разобрать. И потом либо собирать по новой, либо просто держать эту масочку. Такой подход пробовался в начале патча на Джиггернауте на антимаге, не закрепился, к сожалению. Но и давайте будем откровенными, что пробовался он мало кем. Мне кажется, если больше игроков распробуют, такой подход мы будем видеть гораздо чаще. Восстановился, кстати, более-менее. Линию в свою сторону постоянно утягивает, обратите внимание. На постоянке агрит крипов, лишь будет следующая пачка встретилась еще ближе к нему. Да, разумеется, таким образом стабилизировать линию невозможно. Но выиграть себе какое-то количество фарма очень-очень легко. Очень важный подход, очень важная фишечка при игре на сайдах. На мизе то же самое не работает. На сайдах постоянно нужно тянуть лайн. Визуально линия пушится, но на деле вы видели, сколько крипов он получил, благодаря тому, как линию тянет. Наверное, просто затестить решил в паблике вот этот билдак. Интересно. Эксперименты, скорее всего, то, что я прям смотрю на вражеский билд, но вообще не понимаю, зачем мы здесь. БФчик, но мне всегда на Войде больше всего нравился билд через БФ Аганим. Мы много таких войдов записывали раньше, прям регулярная наша рубрика даже какое-то время была. Что, ну это реально, это мега кайф. Это чисто билд, который подходит под категорию балдюш. Я еще вот тогда его так назвал. Что, ну прям мега приятно. Таймволк нажимаешь, пачка умирает моментально, напоминаю, гоним на войда. Дает в области третий скилл, таймволк. Да, что там еще что-то дает.
Вроде нет. Ну просто, короче, нажимаешь первый скилл и в радиусе таймлок используется. Третий скилл. Всех станет. Вот, прикольная тема. А под бэфом это работает еще круче, потому что там сплэшик. Собственно, ты постоянно просто можешь шутить пачку, быстрее фармишь. Вот, ну и против всяких саммунеров или зионистов прикольная тема достаточно. Здесь, правда, такого не будет, но... Ну ладно. Все равно начнем... Найдем с чего кайфануть. Как же больно жить на этой линии. Мне кажется, жизнь заканчивается. Подошибся чуть-чуть. Но не ошибиться на этой линии совсем невозможно. По крайней мере, во время его смерти линия чуть-чуть подпушилась. Брюза огрел крипов. Но пролившее на них пиво он не активировал. Цемка сделала небольшой пул. Есть опция подфармить. Линия тоже подтянется. Ой. Неловко вышло. Ха-ха-ха, сразу в чат скинули. Как больно на этот крипстат смотреть. Опять же топ-3 ранг. Кстати, мы эту игру собирались записывать вчера. А вчера у него топ-1 был. 25-й тир Войда. Все равно 0. Возможности нормально пофармить. Ситуация такая, на самом деле, отвратительная. У антимага там фул фри фарм абсолютнейший. 2-0-1 играет, там даже фраги оформляет. 3600 нетворс. Вот, ну и брюмастера достаточно много, пак, в принципе. Хорошо тоже мид стоит, у него там кио даже имеется. Тут, по сути, три линии такие себе. Так, ну, кстати, сейчас задавили, конечно, вовремя пак решил вылететь. Возвращаемся после паузы. Тут все-таки кио тяжело оформить. Так, чуть-чуть характер показали. Вот, кстати, опасная ситуация, потому что там его КД. Ну, вроде нормально, цемка подсейвила. Нет, не нормально все-таки. Нарисовалась еще Мирана, блин. Нормальный, кстати, закуп видел на сэмке. Ух. Чисто виндовесик такой на сэмочке casual. Да. Начало тяжелое. Кстати, против Ватсона играет. Только сейчас обратил внимание, что даже забыл посмотреть, что за игроки. Для меня это самое интересное всегда, Вирагу чекать. Ватсон на антимаге играет. Топ-1 ранг против топ-3 ранга. Тут вот так получается. Интересно. Вчера это же противостояние выглядело как бы как топ-1 сатаник против топ-2 Ватсона. Постоянно они за топ-1 дерутся. И постоянно смотрим, как они друг против друга играют. Видимо, в одно время регают на постоянке. А ты не знаешь, кстати, в какое время сатаник играет? Днем или ночью? Не знаю. Всегда, а сможешь по статистике этой игры подглядеть? Ты что, прикалываешь? Не, он всегда в доту играет. Уже... Серьезно относится. Я думал, не, если он вообще не спит, то такой уровень не показывал бы. Там же Корбан заведует командой их. И у Корбана такая вот есть, ну, стратегия, так скажем. Ну, не знаю, как это называть. Ну, в общем, как будто, ну, по-моему, они там по 8 матчей играют обязательно, КВ-шек в день. Такое вот прям условие обязательно, именно best of 3. Потому что, ну, это на случай, если ты там, ну, в полуфинале в нижней сетке, чтобы ты финал 5 карт отыграл и 3 карты в нижней сетке, так скажем. Типа заранее их закаляет всех. То есть у нас со Spirit такая же стратегия, то есть они очень много КВ-шек играют, по 8 штук. Ну, насколько я, ну, слышал, по крайней мере, такое. Вот и с Yellow Submarine такая же история, чтобы, ну, всегда быть готовым к длительным таким вот сериям, чтобы турик выиграть. Такой прикольный подход достаточно. Ну, конечно, изнуряет. А я слышал, что киберов режим сна у всех. Режим сна? Это что значит? Ну, то, что они спят нормально. В основном ночью. Не
знаю, сомневаюсь в этом, если честно. Но ночью на Европе, кстати, играть гораздо проще. Именно по этой же причине. Ой, вот это хроносфера. Отходит леший, продляет пака. Да, и минер, судя по всему, скопытится тоже. Анга там не должен отпускать. Это четверка леший, что ли? Что это вообще такое? Да, видимо, четверка леший. Вовремя очень связники подошли под такую охрану шикарную. Так, кстати, сейчас уже мамочек будет. Может уже спокойно лес качать. Нейтралку надо вытащить еще. Срочно, экстренно. Посмотришь на антимаг опять лично творца. Становится очень страшно. Еще и когда он самого сильного героя на карте убивает. Ага. Это да. Именно за вас хитил. Блин. И в этот момент еще и Вейда зеркалит. Он, наверное, умрет. Сложно. Ультимейт Брюмастера. Брюмастер крутой герой против Вейда, как мне кажется. Под ультимейт всегда килл можно оформить. Под плюс. Тем более тут и есть саппорты такие тоже боевые максимально. Это просто с ЦМ-ка, блин, с Виндвейсом голым. Хрен ты что сделаешь? Третья смерть? Ну, сейчас вот такие игры просят записывать, чтобы тяжело было. В начале главному герою. Как раз идеальный пример. Мне сегодня полночи снилось, как я на Брюмастере играю. И мне все время не хватало 16 секунд ультимейта. Ты когда на брюшке играл, у тебя как с этим было? Честно, впервые слышал о таком. Че это за проблема такая? 16 секунд это очень мало. Не, играть-то я играл на Брюмастере только во сне. Вот как. Не, у меня на Брюмастере другие проблемы. Микроконтроль? Всех панд... Да, панд законтролить, все кнопки нажать. Я прям терялся. Кстати, видят противника, вообще не заморачивается. У него три союзника в спине. Вот это фокус, а. Наоборот, байтит. Да, к этому я и подвозил. Не ожидал, что настолько легко будет без хроносферы их взять. Угу. Круто забайтил. Ну, правда, двух сапиков, конечно, убили, но тоже байтил. Хотели не достались. 0.35 на коре, это кстати, всегда такая боль. Смешно выглядит, реально. 5 ассистов. И, по-моему, ни разу не было момента, где он заусхитил. Только вот, когда под думом они кого-то убивали, по-моему, брюшку. Он там пытался тычку отменить, чтобы заусхитить, но не получилось. Так, и, кстати, Клеймор себя не везет первым делом. Видимо... Ой, не Бродсворд, извините. Видимо, на Клеймор собирают деньги, хотя вот... Мы обожаем такой подход, когда сначала Бродсворд заказывают. Не забывай, что Бродсворд у него есть. Бомчики. Как это связано? Ну что, он может разобрать мом на БФ. А-а-а, слушай. Я что-то даже про такое не задумывался. Ну, блин, как будто это смысла не имеет. Момчик атак спид дает очень важно. Ну, можно потом пересобрать. Типа потом докупец. Ну, кстати. Есть такой... Ух, вот это баш. Если б не этот баш, Брюмастер бы выжил, думаю. Он бы разложился. У меня тут союзники близко находятся. Хотя... Да не, мне кажется, выжил бы. Не уверен. Ну, повезло, короче. Везет сильнейшим. Фраза есть такая. Сатаник, он сильнейший. Кстати, у нас с ним интервью есть, ребят? Я самый первый канал вообще на ютубе, кто с ним интервью. Такое. Взяли у него. Можете заценить. На Марфа его записывали. Чем-то мало. Обратил внимание на этот ролик. Хотя там очень информативно. Ссылку в описании оставишь? Что-то не искали. Да, если не забуду. Я, по крайней мере, для себя очень много подчеркнул. Когда он там про Марфа говорил.
Прям реально полезные вещи говорил. Там про то, что... А сами узнаете, не буду спойлерить. Он еще, кстати, не нервничал практически. Очень часто, когда кто-то впервые приходит, запинаются, заикаются. Не мудрено. Да. Все-таки не зря он на керри играет. Уверенный. Уверенный пацанчик в себе. А он. А он. Да, действительно будет разбирать, видимо. Мом. Чё-то вообще забыл про это. Как будто я даже ни разу не видел, чтобы кто-то мом разбирал. Новый именно. Что там, БФ себе взять? Мне нравится, когда ты это говоришь, как будто я на пятой минуте не мусолил эту тему. Ты чё, не двух минут? Ну, вылетает из головы. Забываешь часто. Ну, я забываю часто. Но мы все-таки смотрим и учимся, а не слушаем и учимся, так что нормально. Не, слушаю, ты не подумай. Просто шутка, забей. Забываю. Забывчивый. Есть такое слово. А ЕБФчик уже готов? Настрадал себе эту шмотку. И будет новый мом собирать, это уже фиг бая вида. Он для хрона очень хорош, для фарма древних очень хорош. И по нетворсу выглядит уже не так плохо, как выглядел. Особенно после того, как ты пришнулся на бот, на эту огроменную пачку лейновую. Кстати, Сен-Джентьяша, блин, ну я прям скучал по этим временам. Вот этих билдов БФ Сен-Джентьяша в каждой игре. Это реально мы сейчас чуть ли не в каждую игру, которую записываем, реплей такой билдок берутся. Приятненько. Напишите в комментариях, если вы не верите Егору. Каждый раз, когда я что-то говорю про Сашу Яшу, это такой, есть такой предмет в доте. У тебя как будто личный счет с Сашей Яшей. Ну да, да. Но раньше я обожал Сен-Джентьяшу. Новую. Вообще. Которая только что была до вот этого патча, когда я запер. Ну это же реально абсурд. Просто как будто герой. Ну и удалили предметы из доты, но при этом не удалили. С Кримсоном у нас была подобная ситуация. Это нормально. Выбил Хрона. Ой, выбил Койл. При этом еще и убьет, скорее всего, этого пака. Или нет? Постеснялся. Но оправданно тут стесняться. Нет, из нейтралок взял себе кепку. По втором серии нейтралки в основном родливые. То есть кроме Рэя на милишниках хвалить особо-то и нечего. Хотя Рэй изначально задумывался как пример для ренджевиков. А вот кепочка очень хороша против антимага. Выиграет лишние 60 маны. Что на Войзе, у которого прыжок стоит 40, бывает очень-очень важно. И обратите внимание, что хрон на Визенису, стихи закрейшены. Вот Тем Дилейшн за макшен. Тем Дилейшн не все максят на Войзе, но мне очень нравится этот подход в Миньора. 4 активных скилла в антимага, который зависим от 2-3, его выживаемость нулевая, без блинка, без контрспелла. Против пака 4 активных кнопки, Мирана 4 активных кнопки. И брюшка 3 активных, который очень быстро бегает, но под таймдилейшеном перемещаться бывает очень тяжело. Я, кстати, пока ты не сказал, не знал, что это в этой игре агонимный билд. Но догадаться здесь несложно, потому что агоним конкретно против пака бывает очень хорош. Потому что бывает такое, ты прыгаешь в пак, оставишь хрона. Он успел нажать shift или успел нажать блинк, и конечное.
А с аганимом ты прыгаешь в пака, и у тебя есть время увидеть, в баше он или не в баше. И тут уже решать, ставить хроносферу или нет. Кстати, мышу неплохо охрану выписать в троих. Так же красиво. И дэмэджа, блин, вообще дофига стало с БФом. Все так вместе еще стоят. Еще и банга укатился. Не, кстати, вот сатаник он хорошо очень чувствует. Вот я сейчас помню, мы же его не первый раз на воде записываем. Он хроносферы всегда шикарные ставит. Круто он эту кнопку чувствует. Вот блин, это правда. Стана дума. Трипл килл от Лешего, непонятно, как это вообще произошло. Он ни одного килла на воде не сделал за эту драку. Они тимвайп сделали. 10 ассистов просто. Что это вообще? Ассистент сегодня. Грустно, грустно. Как тебе бабочка до аганима? Ладно, тогда я первый раз скажу, мне до аганима нравится. Думаю над ответом. Мне очень нравится, потому что бабочка настолько мощный ДПС, а это ничего. Ну то да, вот он на аганим не сразу здесь собрался брать. Но в этой игре офигенно против антимага в первую очередь. Антимаг ненавидит играть против бабочки. Ранний, темповый. Опять же, это, по сути, на всяких медузах очень часто практикуется, конкретно против антимага. Очень раннюю бабочку покупает. Так что и у него там в приоритете другие предметы на данный момент, а, ну, МКБ впадло, в общем, брать на Эми. Так что, ну да, нормально. Физушников там еще много. Какой же пакостник, Ватсон. Заблочил таки спот. Все-таки добился своего. Еще и ЦМ-ка тут Реншау утащила. Вторую иллюзию удалось хитить не получилось. Боль. На топе кач погибает. Но не спешит. На топ. Ой! Нет, не ой. Блин, так хотелось надеяться, что он этого пака выцелит. Так было бы круто. Ну да, ну там легко среагировать все-таки. Там Войд показался. Против аганима, против шарда. Пак не такой прыгучий будет. Ждем этого момента. О, кстати, видимо, цель покруче нашел. Под хроносферу. Когда дэмэджа у него не хватит, нужно, чтобы Дум продлил. Успеет ведь? Блин, неужели не успеет? Нет, башик. Ну как так? Минус хрона, минус вся мана, минус БКБшка у Дума, минус рожа у Дума, кажется. Минус Дум, возможно, даже. Хотя вроде живет. Какое-то время. Очень обидно, что Дум не успел добежать. Я прям был уверен, что успеет. Ой, Эндем Дилейшн промазал по паку, да? А, попал. Попал, ё-моё. Покажите. Четвёрка Леша и где Вижн. Настолько фрикил, кстати, был. Ага. Просто детекшена нету. Ну ладно, хотя бы минёра убили. Ну, кстати, антимаг под темдилейшеном. Работать? Ой, хорошо, еще и килл достался наконец-таки. А то меня этот прыжок панга уже напряг. Даблкилл вообще великолепно. Разменен ЦМ. Его еще и нейтралка есть на миссы. Сейчас еще сверху баттерфляй будет. У него и никнейм еще баттерфляй, кто не знал. Прикольное сочетание. Сложно в него попасть.
порхает, как бабочка. Колобурить жестко. Спасибо, стараюсь. Рад, что тебе понравилось. А каламбуры, как по мне, вообще самое прекрасное, что можно делать языком. Да, соглашусь. Удивительно, конечно, тебя такое слышать. Но тут я с тобой согласен полностью. Так, качает плюсы. Ну тут, в принципе, по классике. Тайм дилейшн в этой игре очень важен. То есть в один его тут противопоказано оставлять. Играет против пака, как минимум. Там все герои под тайм дилейшн идеально подходят. Там антимаг, Имирана, Тейч, Сибрумастер, короче. Это так, если у героев какие-нибудь скиллы. Ну, если герой, которым пофиг на тайм дилейшн, то можно тайм дилейшн в один оставлять, чисто плюсы раскачивать. Чтобы плотнее по мане быть. ХПшкам. В первую очередь. Не, здесь какой же нету. Угу. Какой живой прекрасный герой для Рошенко. Опа, попытка поймать риска. Ой, она наступил на мину. Ух ты. Не нашел. Поглядывает замес, можно сапиков вырезать. Но без БКБшки минеры не побьешь, такая беда. Думал, по двоим зарядят. Не выйдешь, а вон того течется. Шрона ему зафигачил. Чисто на него. А можно его понять, раздражает этот герой порой жестко. Знали бы зрители, какие мы сапожники, когда запись выключается. Что? Не понимаю, о чем. Обувь делаем, что? А, ну да, да. Кроссовки. Луи Виттон. Не, я калоши делаю. Да? Да. Кольчугу. Каучугу. Кольчугу. Никогда не делал кольчугу. Всегда делал хороший контент. Сам ты кольчугу делаешь. Мне кажется, канал надо переименовать. Каламбуры и Топсон. Топсон. На Топсона мы, кстати, уже где-то неделю не записывали. Нет, два дня. Разве? Да. Ты врешь. Мы что, что снайпера смотрели? Хорош. Помнишь, на канале было по 10 тысяч просмотров на каждом видео? Потом мы записали Топсона, покончили лайков. 11 марта снайпер был Топсон. Неделю ранее. О, действительно. Скинул Эгис, но выбил за это половину ресурсов антимага. Антимаг погибает, какая же красотища. И минус 3 без размена. Ну, с разменом на Эгис, но от Эгиса там 2 минутки оставалось. Не такая уж большая потеря. И наконец-таки то, ради чего мы все здесь собрались. Аганим плюс шард. Против пака смертоносная связка предметов. Мне в первую очередь Аганим на Войда ассоциируется именно с паком вражеской команде. Я об этом говорил, но косвенно. Так, Аганим, конечно, видим не очень часто. Ну, сломал Т2 тавер. В это время приняли брюшку. Немножко прогресс Т3.
Надеялся Глиф выбить, но противники хладнокровные. Глиф нажимает не сталь на нервах. Так что пришлось довольствоваться малым. Может, пока? Нет, не пока. Так, тебе сейчас придется одному говорить, потому что я еще не сыграл для Топсон новые игры крутые. Давай, что давай. Неделя это не дело. Согласен. Это реально как в тюрьме вся ломка начинается. Без репоев Топсона. Нифига себе, она улетит. Прикольно. Не должен был здесь никак улетать на Миране. Как-то умудрился. Чуть-чуть вот аганимчик дофармить. Интересно, может выстрелить здесь антимага? А, ну тут еще дом на всякий случай. Ну, кстати, антимаг что-то почувствовал на этих ханшей, даже не добил. Убежал. А, ну или это, наверное, он иллюзию отправлял. А настоящему убегал просто. Да, наверное, так. Да, ну, благо здесь пачка есть. Как раз на аганимчик. Хватает. План 10-го игнорирует. На 15-м нежданно-негаданно взял талант от Time Dilation. Крайне редко его видим, но тут объяснить легко. И на 20-м взял талант на Time Walk. Обычно берут правый талант, но здесь загоним на шардовый билд. Так что, предсказуемо. У антимага МКБшки в ближайших планах нет, кстати. Что очень круто, зато есть бабочка. Он, кстати, альтавнулся, судя по всему, сейчас. Нажал мув на антимага и посидел в альтабе немножко. Аура сейчас восхитил. Тычку там в моменте красиво отменил. Так, что там, баттерфляй? Да, там баттерфляй. На антимаге. Это мы сразу же. МКБ. Что, Лишрак с гатвайком бегает? Четверка Лишрак. Ну, поперла у пацана игра. Ну, по крайней мере, фраги. Фраги поперли точно. Но игра, думаю, тоже. Ну, ты посмотри на его нетворк, на секундочку. Ну да, да, чуть на четверке. Почти как у Дума. На четверке Лишраке, что-то реально жесткий слишком. Дум зарядил ультимейт в иллюзию. Рискует... Нет, не рискует погибнуть. Недооценила здесь ЦМ-ку и прочность Дума. Как же он легко от мамы отказался. Я думал, будет после шарда и, возможно, даже выгонимный слот. Ну это я прям КБшку. Кстати, пака, возможно, будет возможность наказать. Ой, какая была возможность для Хрона по двоим. Без Лишрака дэмэджа может не хватить. Но, кстати, все равно ставят Хрона в антимага, но без МКБшки дэмэджа ровно 0 по брюшке. Та же история.
В брюшке тоже попасть невозможно. Такое дело. Так, ну, кстати, опасная ситуация, на самом деле, потому что он реально миллион мясов. Но хотя с плешом справляется. БФчик с огонимым заработай. Ух, стан по двоим опять. Не, ну Леша реально какую-то игру жизни играет. Я хрен его знает. Как можно... Это два выкупа от Дайр. Ну да, ну блин. Рошана не минималка. Ну, старайтесь он без глифа, кстати. Без МКБ там уже все противники. МКБшка готова. Плюха солидная, при этом прочности тоже очень много. 3000 хп, мясы. Статус резист. И в перспективе еще диспел с вампиризмом повышенным. Все-таки МКБшка слот мома была умным решением. Я не ждал, что при живых противниках так много всего можно взять. Две стороны, дополнительный глиф, Рошана. Ведут себя так, как будто противников вообще на карте не существует. Резиан дракон? Вот дракон нереально кайфовая шмотка. Я не знаю, почему драконы все... Ну ладно, не все, но многие. Поливают грязью. Тебе как дракон? Дракон? Ну, который на троне сидит. А. Да, красивый дракон. Ну, хоть в чем-то сошлись. Как-то ты... Пассивной агрессии какой-то сказал. Вообще ни капли пассивной агрессии. Хоть в чем-то сошлись. Да, Миша. Я же тебя ненавижу. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь разные мнения. О какой пассивной агрессии речь? Ну, как будто ты так сказал. Пассивной агрессии. Ну ладно. Не, ну, меня, кстати, часто в пассивной агрессии обвиняют из-за того, что я просто мягко постоянно разговариваю. Ничего. И людям непривычно, что кто-то разговаривает всегда мягко. Сегодня воскресенье, прощенное или прощальное. Сегодня реально прощенное воскресенье? Да, я тебя прощаю. Прости меня, пожалуйста, за все. Я тебя прощаю, ты мне тоже прости за все. Я тебя прощаю. И подписчики. И зрители, простите нас за все. Зрители, да. Подписчики, тебе вроде не нравится такое слово. На, не люблю. А мне нравится. Ну, добрая, добрая. Его не в плохом контексте говорю. Мне наоборот нравится. Подписчики добрые. Нормальная душка под фонтаном, кстати. Да. Качественная. 75-76 лапок настакал. И всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки. Простите нас, пожалуйста. Ну и, разумеется, мир вам.